закручиваем. Ну что, друзья, всем приветик. Итак, это первое видео из рубрики «Домашний натуральный», точнее, не натуральный, «Bullshit Building» на штанге 75 килограммов. Спрашивали про жим. И жим лежа – это одно из таких довольно приоритетных будет для меня движений в рамках моего проекта «Искупление», потому что пора уже начать работать над ним. И вот сейчас 75 на 12, сегодня аккуратненько двигаемся вперед. Что, как зашло со стороны шеи? Да, вроде все легко. Так как и должно быть. Ну, сколько? 90? Давай 95? 95 на 10. Значит, я сейчас буду работать немножко в многоповторочке, чтобы, конечно же, как бы вернуть первичную форму. Вы спрашивали, что интересно посмотреть, сколько откатил в жиме. Ну, мне странно, такие вот просьбы. Сколько откатил от чего? Я вообще, вы помните, когда начинал с палочки работать, потом откатил от 305. Понятно, что, ну, я на скидку предполагаю, что вот я была в зале, дело пожал, в сторис было видео в Инстаграме. По-моему, то ли 90, то ли 100 на 8. Сейчас вот 95 на 10. Попробуем. Вот. Ну что, как? Ну, как должно сейчас в твоем положении идти 95? Ну, слушай, вроде как ничего. Вроде нормально. Как, по крайней мере, вот тогда, когда я жал в ходе своей сушки, ну, я вообще, я жал, вы, если, опять же, если увидели соответствующий пост, я там жал с прицелом на сжигание жира. Я там гонял такие спаренные сессии, никаких весах на сушке, в жиме, тем более не приоритетном движении, речь идти не может. Настюк, давай повесим пятнашку. 2,5 и замок. Это будет 110. И на 8 разочков валяем. О, реклама запустилась. Жди пропустить. Значит, у нас сегодня играет чуть-чуть ненавязчиво группа Children of Bodom. Вот. Ну, а на штанге сейчас я немножко еще передохну. Еще раз 110. 110 на 8 я сейчас пожму. Я на такой вес еще не ходил. Вот не ходил, и сейчас я сейчас вешу где-то 106, даже 107. Уже я так довольно хорошо отъелся. И вот сейчас я уже, получается, около 3 дней в профиците. И вот сейчас только можно... Простите. И вот сейчас только можно лезть на веса. А кто-то у нас еще не изучил номинал домашних блинов. Верни микрофончик, во-первых, на место. Да, я
Ты сколько нацепила? Все ясно. Короче, мы пожали с одной стороны пятерку, с другой стороны 2,5. Я думаю, что мне так болтыхает. Я еще посмотрела, думаю, сколько ты повесил. Так, давай смотри. Я думаю, это 1,25 вот эти маленькие. Да, 2,5 у тебя вот. Да. Да не надо перевешивать, подожди, да я подумаю, сколько нам сейчас вешать. Как я пожал? Ну, меня болтало, но вроде уверенно. Да. Смотри, давай сейчас 100. Давай сейчас 125 поставим, сделаем на 8. Да. 10 и 2,5. Сверху пятнашки. Вещь, услышишь, я ее такую взял, думаю, что-то она как-то не стабилизируется. Ты же говоришь 2,5 и замок. 10 и 2,5, пофиг. Короче, 125 на штанге, сейчас я чуть-чуть подольше отдохну. Ну и посмотрим, ну, 8 раз надо сделать, я думаю, я сделаю. Я вот помню, я когда жал, вот вы знаете, такой вот плюс-минус такой довольно, ну, такой значительный вес в рамках текущей подготовки, а именно, сколько тогда было, килограммов 90-100. Оно прямо чувствуется, что аж грудные, такое ощущение, что сейчас вот порвутся, потому что ты в дефиците, и опять же, многие рвутся именно в дефиците, и о каком здесь, о каких здесь таких вот плюс-минус значимых нагрузках может идти речь, если ты, ну, не готов просто к ним. А сейчас я уже отъедый такой капитально, и можно что-то такое себе позволять, да, Настюш? Как зашло со стороны? Ну, учитывая вот этот перекос, который должен быть, по идее, нормально, хорошо. Нормально, да? Хорошо. Я думаю, на этом месте сейчас уже остановимся. Это будет, в общем-то, такой отправной точкой. Я запишу сегодня видос, где я расскажу, уже я прикинул примерно, как я буду организовываться в рамках данного проекта. Вот. Из целевых движений я планирую выделить подтягивание, жим лежа, жим стоя, подъем на бицепсы, французский жим, все, что вы любите. Ноги не буду тренировать вообще, и я уже ожидаю море стеба. Ну и кардио, конечно, тоже забрасывать не будем. Настюш, пожалуйста, под навалином и погнали. На самом деле, вот как ни странно, вот очень адекватный вес сейчас я поставил, да, получается 125 у нас на штанге, и вот на этом весе, я думаю, сейчас стоит остановиться. Надеюсь, ближе к вечеру я найду сегодня время сходить в зал, там поработаю еще над соответствующими упражнениями, ну, а в плане жима пойдет. Настюш, как зашло, что скажешь? Ну, нормально для первого, ну, чувствуется, контрольного измерения, ну, условно говоря, вроде ничего, но... Чувствуется, что вот уже начало, чуть-чуть. Уже начало вот оно вязнуть, да. Поэтому, друзья, плечо чувствует себя отлично, я его никак не ощущаю нигде. Немножко ощущается, я в приседе на груди не могу еще локоть вывести вот в нужное положение. Ну, а так, все прям шикарно, все прям отлично, все прям огонь, вот. Что думаешь, Настюх? До какого веса дойдем, как думаешь? В рамках чего? Ну вот я думаю, там через месяц, через два, если я буду в профиците, если я увеличу собственный вес. Что, думаю, ну 160-170 на 8 надо сделать? Ну, конечно, сложно делать такие прогнозы, учитывая вот эту сгонку, которая у тебя была. Ну, то есть я про себя говорю, то тебе, конечно, виднее. И вообще советовать и что-то прогнозировать в отношении профессионала, в отношении спортсмена высокого уровня довольно сложно. Но 160-165, ну там дальше нужно смотреть, ну там где-то, да, 170, возможно, будет. Ну, друзья, я еще раз обращу ваше внимание, что вот кондиция для улучшения жима лёжа сейчас никакая.
это не те условия для того, чтобы расти жемлёжа. Чтобы эффективно жемлёжа растить, нужен нам жесткий профицит, нужен желательно лишний вес. Вот. И вот тогда, конечно, будет песня. А сейчас жемлёжа на какой-то уровень, там плюс-минус я его подниму, но ни о каких рекордах в категории 110, или даже если я чуть буду больше за 110, ни о каких рекордах речь не может идти. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся уже скоро в следующем ролике. Пока-пока. Настю. Всем пока.